Дорогие друзья, всем здравствуйте! И сегодня я с крайней радостью спешу поделиться с вами еще одним интересным проектом в моих руках. Сделан он был 25 июня еще, а обжегся только вот сейчас. Вот такой товарищ, правополушарный чайник-эгоист с щупальцем, который не обожженный и очень тактильно приятный. Благодаря этому он не выскальзывает из рук. Но основная особенность — это вот эта космическая глазурь. Дело в том, что она была положена на густо-густо положенную белую глазурь, которая не текучая. Соответственно, вот такая вот космическая красота получилась. Просто как взрыв, как салют, смотрите. Столица заката, все дела. Салюты прошли, но у меня осталось. Просто песня. На крышечке посмотрите. Чайник идеально подогнан. Полностью притерт. Единственный минус — это то, что я прогадал. Вот если посмотреть, вот видите, вот две дырки. Нужно было внутри, скорее всего, положить тонкий слой прозрачки. Прозрачная глазурь бы, она просто бы закрыла поры, и было бы все зашибись. А так как я внутрь еще тоже нафигачил этой же глазури белой, она, конечно, бесспорно классная в плане визуальном, но слой был очень густой, соответственно, все дырки забились. И то, что смог, я попробовал проделать. Соответственно, здесь у меня получается 4 дырки, а остальные получается муляжик. Но это не мешает ему прекрасно сливать. Минус тоже есть вот здесь вот. Я не могу, наверное, показать водяной замок, но в принципе могу. Посмотрите. Раньше не получалось, потому что в самой дырочке, вот в этой складочке, туда пальцем можно было не подлезть. То есть мы закрываем. У нас вообще не выливается. Ничего. Убираем. Поехал. Слив. Я думаю, что шикарно. Ну, я не знаю, лучше как бы не сделаешь, я считаю, на данном этапе. Опять же, замечу, что минус один. Это вот именно то, что я прогадал с глазурью. Во всем остальном это просто произведение искусства. Ну, я считаю так. Потому что глазурь уникальным образом растеклась. Никто от нее такой истории не ожидал. Чисто на интуиции покрыл, скажу честно. Поэтому покрываю я половину изделий сам. Половину мне помогают, консультируют, как это лучше сделать. Потому что заниматься глазурями — это, конечно, еще полжизни надо. Ну и, собственно, да, вот здесь вот у меня без печати, потому что я в спешке его быстренько доделывал, и, соответственно, просто подписал как картину. Ну вот, произведение искусства в моих руках. Самое время бодриться. Один из любимых шуб из Манхайского сырья. Юра по-любому меня смотрит, поэтому этот чай из Дайского автономного округа Сишаньбанна. Всем приятного аппетита, пейте хороший чай из хорошей посуды, уникальной по возможности. Ну и все, наверное, все. Просто спасибо, что вы есть, за вашу поддержку и обратную связь. Всех обнимаю, приподнимаю.